Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, 13-й день, и я забираю 325 якнога. Спасибо большое, все это закрываем. Это тоже закрываем и переходим. Так, ну-ка, где у нас тут снеговик в виде викинга? Вот он. Так, события, подожди секундочку. У нас, ага, блестящий янтарь. Плюс, давай сразу, наверное, откроем паки. Так, монетки Одина. Здесь древоруб, кревет, престиголов и чуточку ресурсов. И рекламный. Так, 6 монет Одина в коллекцию. Громоль, шторморез, кревет. Ну и опять же немножко ресурсов. У нас есть янтарь, чтобы... Ага, новая партия у нас. Погоди-ка, секундочку, новая партия. А мы же можем прокачать, по-моему. А, 45 железа нужно. Ладно, пока перебьемся. Так, ну что, на обмен я поставил. Костолом нам приносит 13 миллионов древесины. Мы его дальше отправляем на поиски. Так же, как и древоруба. Так, рыба у нас, как ты видишь, 108 миллионов. Так, секундочку, у меня даже не хватает ветрокрыла отправить. Ну что, водорез, прокачаешься ты или нет? Ну вы специально, что ли? Я не могу понять. Вот, ну как так может быть? Специально все это сделано, конечно же. Так, ну что, отправляем его за рыбой тогда, этого ветрокрыла. Здесь за древесиной. Так, ребята, Громоль, конечно же. Все. Одним словом, Громоль у нас получит 100-й уровень. Значит, мы с тобой делаем акцент, наверное, на Костолома. Ведь Костолом у нас быстрее прокачается, да? Я надеюсь. Так, Барсик, что ты мне принес? Ну-ка, показывай давай, быстро. Яйцо. Яйцо дракона. А выпадает нам с тобой... железо. 50, ты серьезно? Вот это, ребят, я понимаю. Так, а излишки мне... Слушай, а излишки на почту не упали, прикинь? То есть 20 железа у нас просто куда-то пролетело. Грустно. Так, ну что, давай за рыбой лети тогда. А Грамгильда нам приносит рыбу. Так, хорошо, отправляем дальше ее на поиски. Ох, нифиг. Прикинь, да, 525 или 600? Мне хоть то, все равно было бы приятно. Так, здесь у нас ничего нету нужного нам. Кстати, друзья мои, он же мне принес статуэтки. Беззубик. И я обменял на громорога. И мне не засчитали попытку, прикинь? Потому что громорог у меня, оказывается, был. Но ведь я этого не знал. Я думал, там главное, чтобы просто обменять ресурсы. Но, видишь, оказывается, ничего подобного. Поэтому все, что я собирал, я просто сфейлил. Так, давай, наверное, вот таким вот образом сделаем. Так, весночёс нам приносит 94 миллиона рыбы. Так, тут древесина. Кого же будем прокачивать-то, а? И нам желательно бы быстрее все это сделать. Так, ну-ка лети-ка, наверное, за рыбой, парнишка. И ты тоже за рыбой. Хотя ему выгоднее искать, конечно же, древесину, потому что там 5 миллионов древесины, а рыбы всего лишь 3 получает. А ты что сидишь, я не понял. Так, тебе за рыбой отправим. Ну что, друзья мои, как вы понимаете, сегодня мы будем допроходить события. Так, и модификрылка. Опять чуть не забыл про нашего ворчуна. Ну давай. Так, выберите тропу в приключении 10 раз. Ну, типа мы выбрали с тобой. Кстати, вот можно еще прокачивать громобоя. Он не так уж, кстати, дорого и стоит. Может быть, действительно заняться этим. Пускай идет, обучается пока. Этот тоже как бы не очень много, да? Давай-давай, нам все равно очень много нужно драконов. Так что не удивляемся. Так, а здесь... Ну вот как это можно назвать, если не специально, а? Ребят, я не удивлюсь, если в следующей серии у нас попадет именно вот в эту маленькую расщелину.
Просто не удивлюсь. Так, сколько у нас с тобой остается рыбы? 92 миллиона. Ну что, Костолом, вернись, я тебе один разочек подправлю. И за древесиной, потому что места уже заняты. Подожди-ка, а Барсик-то почему у меня ничего не делает? Давай, понятно. За древесиной тогда лети. Так, здесь у нас, по-моему, последний пак остался, да? Ребят, последний пак нужно набивать. Сегодня попробуем этим заняться. После того, как пройдем события. Где наши легендарки? Так, он мне принес треску, тусклый янтарь. Давай на поиски. А здесь у нас листочки, тоже янтарь. Так, стоп, на поиски, чуть не забыл. Вот так вот периодически, ребята, бывает, что забываешь нажать, и все. Ты заходишь в игру, а он у тебя стоит как этот и смотрит на тебя такими глазами, типа, а чего? Ничего, все нормально. Так, громобоя мы с тобой тоже отправим на прокачку. Угу. Ну, вроде бы как все. Так, давай-ка иди сюда, вернись, огнеедушка. И дальше отправляем ее на поиски древесины. Так, а этот-то у нас малой где? Что-то малого потерял. Ага, вот он. Да что ж ты будешь делать? Все время это святилище занято у меня. Понятно. Там уже свой контингент сидит. Ну что, давай тогда заберем с тобой подарки. Угу. Так, награда одна есть. Давай вот этот вот заберем. О, две награды. И события. 250 рун, или мне показалось? А, это мы, наверное, насобирали. Ну что, здесь у нас, ребята, 500 якнога. Это круто. Забираем с тобой пак, монетки. И здесь у нас крылатый ужас, ужасное чудовище, душитель. Ну и ресурсы, это по стандарту. Стой, подожди-ка, мне же нужно дальше. Потом мы получаем еще 250 якнога и ареновский пак. Содержит 5 элитных. Кревет, громоль, шторморез, громобой, злобный змеевик. Все. Если бы у нас был бы премиум аккаунт, мы бы с тобой бы здесь, ух. Здесь тогда был бы смысл, ребята, естественно, копить именно якнок, потому что можно было бы на сезонном рынке спокойненько получить вот этого параплюя. Согласись. Потому что с премиумом, естественно, легко накопить. А вот так не получается. Ладно, ребят, давайте возьмем с вами еще один пак. Рыбка, древесина, древесина. Так, это янтарь. Ледоморт, друзья мои. Вот такого у меня не было. Эксклюзивный дракон сезона. Ты представляешь? Вот так вот получил я ледоморт. Ребят, напишите в комментариях, как вам этот наш новый дракончик. А если вы знаете о нем что-то более подробно, то напиши об этом в комментариях. Ну что, я думаю, разместить его, ну да, давай вот здесь его и поставим. И немножечко его покормим, хоть посмотреть, как он выглядит. Вот он как смотрится во всей своей красе, мне нравится. И пускай он летит, наверное, чуть-чуть поучится. Так, ну а мы, по-моему, можем еще с тобой разочек открыть награды. Давай. Кто же нам тут выпадет? Так, так, рыба. Як-мерзляк. Ну, спасибо. Это, кстати, тоже очень приятно. Потому что вот эти вот маленькие игрушечки, они очень хорошо нам, как бы тебе сказать, заполняют нашу территорию. Куда бы его поставить, чтобы его было видно? Вот сюда, может быть? Як-мерзляк. Красиво же, да? Красиво. Очень-очень много у нас с тобой драконов, которые хотят прокачаться, но пока нет возможности. Понимаешь, у меня все забито. В первую очередь мы с тобой прокачиваем
12 драконов сотого уровня. Понимаешь? А остальное уже потом, по мере поступления. Ну что, давай переходить с тобой на события. Ух ты. Стой, подожди. Фу ты, я попутал, ребята. Вот оно. Стихийные стихии. Да, вот это мы с тобой не закончили. И поэтому давай-ка мы сегодня попробуем это все дело завершить. В конце нас ждет с тобой 200 рун. Что немаловажно. Руны нам всегда нужны. Ну что, первый поединок. И здесь у нас Клыкокриф. Две волны. В принципе, это не так много. Поехали. Он опасен чем, друзья мои? Тем, что он может пробафаться на атаку. И когда он бафается на атаку, он очень сильно наносит урон. Прям какой-то заоблачный. Так, ну что, у нас вторая волна. И я смотрю, здесь Змеевик, Громыль. Ну и, конечно же, Костолом. Так что вот я не знаю, что нам лучше здесь. Ну, Змеевик, это понятно, мы сейчас ушатаем. А вот здесь кого в первую очередь бомбить? Костолома или Громля? Этот глушит, этот выпускает фаерболы. Ух, вот так вот он делает, понял? Вот такой он вредитель. Наверное, все-таки я буду брать Громорога. Ой, Громорога. Громля на разборку. Да ты посмотри, а, зачастил парнишка. Давай залечивать раны. Ай-яй-яй, Кривоклык, ты же мог бы его наказать. С одной, так сказать, плюшки. Он сейчас опять фаербол свой. Как только он накапливает 3 энергии, естественно, он сразу выпускает фаербол. Ну, а вот остался у нас один Костолом. С одним противником, естественно, проще справиться, чем с двумя или с тремя. Так что по-быренькому его наказываем. И идем на следующие поединки. Крутанем колесо удачи. И получаем с тобой древесину. Так точно. Ладно, ничего страшного. Мне бы, конечно, рыбы желательно побольше. Но весь акцент идет почему-то именно в древесину. Так, у нас мини-босс, кстати. Сделайте, пожалуйста, одну волну, а? Нет, будет две. Даже три. На мини-боссе три волны. А не перебор ли это, друзья? М? Так, Громорог плюс Душитель. Ну, естественно, начинает сразу понижать броню. Эх, Барсик, Барсик. Двойная атака, не смог добить. Так, ладно, с этим Громорогом мы с тобой разберемся быстренько, в принципе. Наверное, не будем тратить с тобой на понижение брони, лучше нам хильнуться. Лучше мы сейчас с тобой здоровье восстановим полностью для второй волны, чтобы быть готовыми. Окей. Добьешь? Красавчик. Ох, ничего. 3 пристиголовых. Это проблема, ребят. Они же сейчас начнут синхронно поливать меня фаерболами. Особенно кто? Вот этот, третий. Нет. Второй получается, да? Так, вот это мне не нравится, что они начинают уже делать. А начинает они бомбить мне... Кривоклык. Хорошо, хильнулись. Посыпались фаерболы. Промахнулся, отлично. Так, удар сюда. Барсик. Барсику придется добивать. И вот так вот. Да что ж ты будешь делать-то? У него, ребята, на двух энергиях он выпускает пламя. Оу, щит. Не надо тут. Блин, как сделать-то лучше, а? Блин, я не знаю даже. Я боюсь, что нас сейчас тут разбомбят. Он же сейчас, ну естественно. Фаербол этот
Они почему-то неровно дышат именно к моему кривоклыку. Не знаю, что он им там сделал. Дайте мне залечить срочно. Фух, успел. Блин, придется вот так вот делать. Так, ну что, атака, фаербол. Нет, не стал плеваться. Ну, значит, мы с тобой его расписываем. Не получается. Не хватает нам дамага, к сожалению. Ну что, остается у нас один пристиголовый. Ну, я думаю, уже тут всем все прекрасно ясно, что ему хана. Да ёк-макарёк, я думал, кривоклык добьет. Что-то в последнее время перестал он нас дамажить. Очередное колесо. Крутим, забираем. Прилив сил. Спасибо. Это меня радует. Ну и ареновский пак. Давай посмотрим. Он сразу же открывается, по-моему. Угу. Шторморез. Кошмарный пристиголов. Крылатый ужас. И все. Так, сколько у нас поединков? Раз, два, три. Три энергии, три поединка. Отлично. Сейчас мы будем драться за загадочный пак. Потом идет у нас опять ареновский. И в конце 200 рун. Но три волны. Так, ну что ты там смотришь на меня своими клыкастыми мордами, а? Так, я думаю, наверное, сделать сразу понижение. Плюс укус. И барсик сделает добивку. На второй волне у нас. Так, ну тут, понятное дело, нужно, скорее всего, уничтожать нам. Тихо, тихо. Да что ж ты будешь делать-то, а? Блин, все-таки успел два раза куснуть, а? Давай тогда сделаем вот так и заодно залечимся. Вот таким вот образом. Блин, почему шторморез так получает звездюлей много от своей же, кстати? От своего же класса. Так, а здесь у нас кто? Ну, это обычный бой, да, получается? Так что здесь ничего такого страшного не должно быть. Лечимся. Как он достал, а? Ну, ты еще что-нибудь сделай здесь. Понятно. Добиваем. Залечиваем раны. Ну, здесь уже нам будет попроще. Он один остался, так что настрое. Мы опережать его будем в любом случае. И добиваем. Ну, вот так вот. Ну что, очередное наше колесо, которое дает нам 75 миллионов рыбы. Ну вот, уже лучше. Так, 122 миллиона рыбы есть. То есть мы можем даже с тобой кого-нибудь немножечко прокачать. Так, и забираем с тобой загадочный пак, который летит уже на почту. Ну что, ребята, мини-босс. Давай смотреть. Блин, у меня очень, знаешь, чего мало? Очень мало прилива сил и груш. Очень мало. Так что если там будет какой-нибудь жесткий босяцкий, я не знаю. Руны не хотелось бы тратить, но возможно, я пойду на такой шаг. Если понадобится. Если я буду уверен, что я смогу добить босса, то, конечно же, я буду тратить. Если же нет, я даже не буду заморачиваться. Потому что, ну смотри, какой смысл. У нас в конце выигрыш 200 рун. Зачем мне тратить 260 с лишним рун для того, чтобы получить всего лишь 200? Логики нет, согласись. Так, ну что, добьем мы его. Давай, наверное, вот так вот. Отлично. Вторая волна. Здесь два шепота смерти. Сейчас хотя бы с одним быстренько разберемся. Ну, супер удара, я чувствую, нам не избежать, да? Так, ударим сюда. И залечиваем раны. Отлично.
Так, ну он не жилец. Все, тут как пить дать, мы его разнесем. И смотрим, кто у нас тут в мини-боссиках. А это у нас Громобой. Ну вот то, что ему помогает вот этот мелкий ханыга. Сейчас мы... А нужно ли мне это делать? Пока, я думаю, нет. Я перебьюсь. Вот, шикарно. Потому что Громобой сейчас пока ничего не сделает. На двух энергиях он ничего не может применить. А мы за это время с тобой вот так вот. Видишь? Хильнулись. Как говорится, получили урон. Немножко хильнулись. И все у нас идет дальше как надо. Так, атакуем. Вот это вот отравление, которое дает именно Барсик, оно, ребята, бесполезно на самом деле. Оно наносит меньше урона, чем двойная его атака. Ну что, давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Ох ты, рыба. Шикарно. 300 лямов у нас по рыбе. Забираем с тобой ареновский пак. Сразу, по-моему, открывается он. Содержит 5 элитных. Скоро Громобой у нас прокачается до 13 уровня. Так, Шторморез, кстати, тоже скоро прокачается до 17-го. Это круто. Так, Кревет, Громыль. Тут осталось совсем чуть-чуть. И Лаврык. Так, Костолом Дикарь. Воу. Ветрокрыл. Давно не выпадал, ребята. Очень давно. Ну что, пошли на Босяцкого. Посмотрим, кто у нас здесь будет самым главным, самым старшим из драконов. Так, ну естественно, начинают с мини-боссиков, да, по-моему? Угу. С мини-боссиков, ну хотя бы две волны. И на этом спасибо. Будем начинать вот с этого пристиголового. Угу. Сейчас я подумаю, что лучше, наверное. Да, понижаем здесь. Сейчас фаербол, наверное, полетит. Так, ладно, это терпимо. Мы с тобой успеем хильнуться, я так понимаю, да? Конечно, успеем. Подожди, почему я не добил этого-то? Ёк-макарёк. Фух, повезло-то как нам, а? Я думал, что мы его уничтожили уже. Блин, сейчас кого-то будет глушить. Это, ребята, Костолом. Вот так вот он делает. Кого? Барсику досталось. Жаль. Так, он опять... А, нет, он поменял. Поменял, так сказать, мишень. Мы с тобой тогда делаем залечивание ран. Ну, а теперь Босяцкий. И это у нас шепот смерти. Плюс два пристиголовых. Это боль. Давай, наверное, вот этого в первую очередь разнесем. Стоит ли мне тратить? Я думаю, что пока не стоит. Давай просто укусим. Раз, два. Допустим. Неужели ничего будет? Нет. Так, делаем укус. Сейчас получим удар. Окей. Сделаем вот так. И сразу залечим раны. Заодно и уничтожим одного из пристиголовых. Отлично. Ну что ты там? Вот он докопался, а? Посмотри на него. До моего кривоклыка. Так, давай еще залечим раны. Слушай, ну идет вообще замечательно у нас. Да, ребята, Босяцкий будет пройден. Ты посмотри, как у нас все идеально получается. Так, добьем, наверное, укусом. И остается шепот. Но он один. Все, ребята, мы его расписываем. Так, Барсик. Дальше у нас идет. Так, отхиливаться не будем. Давай вот так, наверное, понизим ему защиту. И, соответственно, будет сейчас добивочка. Найс. Превосходно. Ну что, крутим наше колесо. Забираем рыбу. Вау. Ну, спасибо, игра. Наконец-то ты меня услышала. Ну и 200 рун. Честно заработанных. Отличная работа. Этого нам хватит, пока близнецы опять что-нибудь не разнесут. Ну, как-то так.
Ожог. Так, друзья мои, я не знаю, когда у нас будет ближайшее, как говорится, событие. Слушай, а почему в этой игре не дают подарков, а? Новогодних. Во всех играх практически есть. А здесь нету. Странно. Так, ну что, ладно. Нам нужно... Так, секундочку, подожди. Легендарные драконы. Так, не туда, не туда я зашел. Начать, смотрим. Что нам нужно? Да нам дофига что нужно, если честно, ребят. Дофигища, вот эти вот копья нужны, например. Остров огнеедов. Давай вот этого слеза мании. Отправим его в путешествие, да? ...118 рун я потрачу. Бог с ним, пускай летит. Надо уже собирать, действительно, ребят. Ну сколько можно терпеть, ждать? Потихонечку, потихонечку. Так, давай, наверное, открывать с тобой пак. Вот он, загадочный. И что нам тут выпадет? Древоруб, душитель, престиголов кошмарный, ресурсы. И, кстати, пока у нас есть с тобой рыба. А ну-ка, родной, вернись. Вот так вот. Блин. Святилище Валки. Может быть, нам расширить, а, друзья мои? Что скажете? Давай, наверное, расширим. Вот так вот. Копим, копим руны. И вот так вот быстренько с тобой их сливаем. Ну, друзья мои, все равно рано или поздно пригодилось бы вот это вот святилище Валки, потому что драконов будет у нас очень много, и их, естественно, нужно всех прокачивать. Ну что, костолом у нас полетел. Кто еще у нас хочет быстренько прокачаться? М? Ветрокрыл, ну как ты дорого стоишь? 167 миллионов. Это только, чтобы один разочек его апнуть. Дорого, конечно, да? А здесь есть кто-нибудь подешевле? Так, этот у нас учится, по-моему. Так, ты у меня 10 уровень всего лишь. Кораблекрушитель. Иди учись. Так, хотя, может быть, тоже... Угу. Академию нужно расширять, да? Чтобы... Учить. И это вот тоже Крикошвыр. Ну что, получается пока все, ребята. Единственное, что мы сейчас с тобой пойдем, сходим на арену. Потому что здесь вообще ни одного пака нету. И нам нужно зарабатывать их. Три штучки получим, и будет нам счастье. Так, ну что, давай посмотрим, кто у нас будет из первых вражин. Так, а я вижу здесь Барсик, Пристиголовый и... Ужасное чудовище. Оно очень похоже, это чудовище, на нашего Кривоклыка. Только немножко, ребята, разная расцветка, да, по-моему. И он немножко такой, как бы... Мы как бы красные, а тут немножко бордовый все-таки. Слушай, что-то мне не нравится. Мне сейчас, по-моему, разнесут Барсика. Пока я тут увлекся рассмотрением, кто на кого что похож. Так, ударим сюда и залечим раны. Окей. Так, Барсик еще поживет. Сейчас что-то фаербол. Точнее, пламя. Че, он промахнулся? Он промахнулся. Ты прикинь, он промахнулся своим ультовым ударом. Ты. Вот это фортуна. Вот это, я понимаю, нам повезло. Везунчики мы. Просто везунчики. Но он еще раз вливает. Так, теперь попал. Теперь попал, но тут уже поздно, как говорится. Все, первая победа за нами. Ну, а здесь у нас, я смотрю, змеевик. Опять же, душитель. И кривоклык. Поехали. Почему именно с него начали, ребят? Потому что у него есть способность понижать защиту. Поэтому я не хочу, чтобы у нас тут была пониженная защита, и чтобы мы тут... Получили, от кого не лень. Так, змеевик, что будешь делать? Понял.
Так, повысил он себе защиту. Точнее, атаку. Ай-яй-яй. Так, надо срочно лечиться. Но этот-то сейчас бомбанет. Ой, хвостом тем более удар. Да-да-да, ребята, вот такой вот лютый удар. Тут ничего не поделаешь. Ну что, уничтожишь? Красавчик. Так, ну теперь он один остался. Никаких проблем не будет. Поверь мне. Он тем более еще и промахивается. Я даже не буду слепоту вешать. Так, разнесем. Вот Барсик в плане дамага вообще, ребята, он не может критовать. У него отсутствует крит, ты понимаешь? Он бы его смог бы разнести, но нет, вот надо было не добить чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, что это у нас тут? Здравствуйте, я в первый раз вижу, друзья мои, чтобы против меня выстрелили вот этого малыша, прикинь? В первый раз за всю игру, что вот... Трындец. Ох, ничего себе! Какой малой, как бомбит, а? Кто бы мог подумать? Да ладно, у него двухатаковые какие-то драконы. Смотри, что творит. Ё-моё, мне сейчас они разнесут мне штормореза. Вот поверь мне. Я не знаю, какая тут ульта у него еще. Честно говоря, я не хочу смотреть даже. Так, поехали. Укус. Так, сейчас двойная атака пойдет. Блин. Как же нам тяжело разбирать. Ну, теперь по Барсику достается. Оу, кстати, смотри, что мы можем сделать с тобой. Хитрый ход. Так, сюда. Пускай помогает нам бомбить. Отлично. Так, сейчас опять будет. Тю-тю. Слушай, я думаю, он добьет. Поэтому надо уже сюда переключаться. Замечательно. Так, опять же вешаем на него слепоту. И погнали. Подожди, а что этот... Этот дракон может присутствовать в поединках? А где его вообще взять? Хм, интересно. Где же он его достал-то? Так, опять же вешаем слепоту. Слепоту ска... потеряем, интересно, мой Барсик или нет? Конечно, потеряем. Но мы за него отомстили сразу же. Ну вот, друзья мои, арена и закончилась у нас. И, кстати, неплохой довольно-таки куш вышел. У нас ареновский пак фиолетовый, то есть эпический, ну, обычный и редкий. Поэтому я начну, наверное, с эпического. И забираем с тобой, естественно, пак вождя. Шторморезик, шипорезик, костолом дикарь и все. Все, да? Так, тут еще у нас две наградушки есть. Как-то так. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!